София Минасян, 7 лет, город Москва. Рисовать, сочинять стихи, лепить – это мое самое любимое. И люблю танцевать. Ну, я занимаюсь рисованием, хожу на гимнастику, буду ходить на английский. Я боюсь змей, пауков, ну, насекомых таких. Я еще пока что не решила, кем я хочу стать. Я люблю много профессий, я еще не знаю, кем я стану. Профессии художника, поэта, профессии певицы. Я мечтаю о хорошем, когда мне купят калейдоскоп, или на котором можно смотреть на звезды.